Представляем вашему вниманию универсальный внешний контейнер для устройства с интерфейсом SATA, корпус которого выполнен из алюминия. В комплект входит блок питания, кабель USB, а также кабель SATA. Тип аксессуара – внешний бокс для 3,5-дюймовых винчестеров. Контейнер имеет индикаторы питания и активности, а интерфейс подключения USB 2.0 и eSATA. Пропускная способность eSATA составляет 300 Мбит за секунду, а USB 2.0 – 480 Мбит за секунду. На боковой части расположилась кнопка «Включить-выключить», разъем для подключения блока питания, разъем для подключения USB кабеля, а также SATA разъем. Охлаждение корпуса пассивное. Интерфейс поддерживаемых жестких дисков SATA 3, SATA 2 и SATA. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.